нет. Походить ногами. Тут все. Тут все, говорю. Знаешь, щипцы? Ну, да. И сдача, все. Щипцы, кусачи. Спасибо, Христос тебе. Посмотри, как они подходят друг к другу, пара идут, и как следом подходят друг к другу. И главное, слепились. Так, ну поближе подходите, далеко сильно становитесь. Поближе. Сегодня нету Лены. Но занятия так, как всегда, объявили в школе, что сейчас две. Так, кто тебе позвонил? Алеша? Да. Сказали, что бульдозер к нам идет в пути. Так, мне нужны здесь. А где Люба? Она задержалась. Вон там. Это единственный человек, который нужен, он задержался. Вот я всегда удивляюсь. Никогда не нужна, не спрашивают. Но сегодня нужна, ее как раз нету. Так, ну-ка сбегай бегом туда и скажи. Бегом. Баба Люба. Он хоть понял, за кем бежит? Это все случайно не может быть. Это кто-то всегда где-то. Вот сейчас слышали, какая проповедь была? Яна Восторгова. А какая его кончина? Его большевики расстреляли. Мученическая. Мученик. А? Мученик. Мученик Христов. Мученик. Он умер за Христа. Он обрещал большевиков за их неистовство. Его прямо тут же расстреляли. И вот ты людям дай свободу, и они сами найдут путь. Тогда уже такие люди были. На этом построены все секты. Дай свободу. Какие-то посты. Кто их устанавливал? Зачем нужны? Разницы нет. Но разницы нет, так тогда не ешь мясо, тебе дешевле будет. У тебя не будет никаких других болячек, которые от мяса. Так, Люба, объявили, что бульдозер везут. И отсюда надо вывод сделать. Принять трижды в день, приготовить пищу. В прошлом году это было так. С корзинкой. Кто тут приходил, чтобы не мятая была на столе утром. Заранее мы узнаем, во сколько он будет завтракать. Обычно, кажется, в 7 он завтракал. В обед приносите или к вам заходит Никита, и к нам туда выносят. Меня не будет, я там на поле буду. Ну, а Никита уже тут на кухне себе возьмет и мне. Мы еще ничего не знаем, что едут они, как, кто. Если прошлогодний был, тут не совсем хорошо. Мы друг друга знаем, и начальник приедет, сегодня поедем смотреть. Сразу в договор включаем в воскресенье не работать. Ни под каким видом. Воскресенье нам не принадлежит. Так, Сергей. Он будет жить в этой гостинице. Как заходишь, налево кровать его. Налево. Значит, с собаками. Обдумай как. Вот это сегодня вырвалось, и каждый год они вырываются. Это не пойдет. В первую очередь, ребятишки. Второе. Ягненок. Овечки, ну и все другое. Забегают твои, они ненавидят кошек. Любую сразу задавят и все. Какой бы ни был там котенок или что. Значит, тебе надо шлейку какую-то сделать, чтобы они не стаскивали с себя ошейники. То есть это твоя забота. Обдумай сегодня прямо. Если тебе негде там держать, пойди к Никите. Там стаек много. Посмотри, где лучше держать. Гарантия должна быть стопроцентная. Если они там у тебя на веранде что-то было, подмети, говорится, и замой, затри, чтобы даже духу не было. В комнату туда заводил, нет? Нет. Здесь он, я видел. Стеколка выбить ничего не стоит, он давнет и вылетело. Чтобы нигде, никаким образом на бульдозериста это не повлияло. Ты там за этим смотри, чтобы всегда была вода, в туалете бумага. Если где нету, спроси у меня, я дам. Вода, чтобы всегда была свежая. А не так, я посмотрел каждый день. Промыл посуду, вылил, свежая вода.
Свежую самую лучшую воду брать у нас. Много качают, потом вода совершенно свежая. Мы делаем дело, и сегодня бульдозерис выйдет на первое место по заботе о нем. Как только мы первый мостик он это подправит, объявляем аврал всей деревни. Ты тоже выйдешь. Там более сильные такие люди должны носить камни. Когда он все сравняет, мы немножко добавим глины с соломой и в это вдавливает бутовый камень, чтобы никогда не размыло. В прошлом году мы все сделали, весна пришла, мы заранее знали, что все будет размыто. И размыло и унесло 5 метров ширины прорыв. По милости Божией, как будто бы мы стоим на грани того, что будет сделано. Не знали как. А вот Игорь Терентий, это почти тут большую роль играл Роман, все время ездил, когда возили бутовый камень, а на кирпичи уже не пришлось, машина сломалась. Понятно? Значит, меня ставить в известность. Что? Батюшка приедет, ну, по всей вероятности, к утру он будет уже здесь. Мясо будет. Об этом разговора нету. А сегодня вечером будет бульдозерис? Сегодня вечером уже здесь будет? Он сейчас будет, через час. Ну и чем кормить его тогда? А ты сама скажи. А у меня мяса нету. Да тебе без мяса можно обойтись. Мне, я и обхожусь. Так. А его как? Теперь кто из этой семьи есть? Еремия, там Ерема он пасет. Он пасет. Сливок, молоко, чтобы никогда не было ничего закисшего. Хлеб будут брать у нас. У нас хлеб пекут сами. Хороший очень хлеб. Так, если касается, у тебя там какие куры несут яйца? У меня нет курей. У тебя нету? Мелочь. Ну, сами подумайте. А на кого тут смотрите? Никого и нету больше. Этих ничего нету. Мы сами... питаемся у себя. Ну, значит, сегодня его постные кормите, что сами едите. Сегодня, ну, а где взять? Что нужно, мы со своего стола снимем. Да, и все, о чем. Яйца, которые есть, Володя покажет. 3,5 минуты кипяток. Смятку, что были. Ну и все остальное. Как только он сейчас подъедет, мне сразу дадут знать. Все телефоны разблокируйте. Потому что выходит не на меня, а выходит на Алешу, а Алеша оттуда созвонится. Вот главное связующее звено. У кого что есть, мы предложим, он не ест. Ну, ест это дело другое, но чтобы на столе было у него все. Значит, вечером никакого лая сделай, чтобы не было. Человек мог отдохнуть. Работа очень тяжелая. Такие рычаги, такая жара, там насекомые. И он целый день, ни шаг в сторону никуда. Я там проехал, только до туда доехал, и голова кругом пошла. А он сидит, потом обливается. Значит, чтобы лая никакого не было. Я тебе подсказываю как. Пройди, осмотри. Развези всех. Тебе надо, которые молчаливые более. Себя оставь. Нет, там. Надо со шлейкой. Ты знаешь, как делается. В этом месте здесь соединяется. Ну и на этом все. Это приступи прямо немедленно сейчас. Когда он придет, где-то на дорожке что-то там мы выкосили, все бывает подросло. Рукавичками вырвал. То есть создать... минимально необходимые условия. С чем он приедет, мы не знаем. Постель у него своя или нет. Кто приедет? Бульдозерис. Ну, вот дороги делал нам. Дороги там... делает, которые. На бульдозере такой большой трактор. Который впереди себя толкает в землю. Так, кому нужен будет бульдозер, я не знаю здесь. Иосиф, тебе там или кому-то? Корни там где-то выдрать небольшие. Я сейчас посмотрел у себя, там долбить столько, а мы можем загнать его там. Упала эта ветлина, там мы ее убрали, а там от яблони, от клена, ну, небольшие. Он зайдет один раз, подденет, и ничего нету. Я прошел по к этому по переулку, туда, который выводит, а те, около тебя, Любая, и там косят, и вот так обходят все эти. Клен нарос, нарос. Его туда я попрошу проехать и вырвать, и раздвинуть, создать этот, ну, более широкий для покоса. Все время объезжает. А что объезжает? Пни. А пни небольшие. Это он... около Надежды Васильевны? В твоем коридоре, который это, переулок, идет в лагерь туда, в этом, вдоль столбов. Ну, остатки где будет? Ну, там это уже скошено в конце. Главное для меня это первый мостик. Он будет сделан, а дальше просто поднимать насыпи. На втором мостике и на Рыжковском. Но за этим следующее. Он обещался поговорить. Драглайна нет, но какая-то вытяжная стрела есть. Экскаватор. Конечно, не такой большой ковш, все, но выхода нет. Они уезжают, опять еще у нас не сделано.
хотя бы около самой плотины углубить. Что-то затянется, но не все затянется. Докопаться до источника. Для этого я его на южный попрошу проехать. И, ну, может быть, да. На этот никак пруд надо. Вот здесь надо было углубить, да. Нет, ну как, не знаю. Чтобы родники забили. Вот как у нас на лагерном пруду. Там родники все время бьют. Здесь нет родников, высыхают. Как сделать, когда вокруг деревья? Не знаю. Но ему надо разворот стрелы. Вывалил, опять почерпнул, вывалил, и целый день он работает. Это дополнительно увеличивает стоимость в два раза. Я так приблизительно прикинул, это обойдется в 350 тысяч. Это означает, что любой дом наш мы закладываем с потрохами вместе. А чего удивляться-то? Мы только вот за этот гравий, вот лежит который, вот, 232 тысячи заплатил. Только за этот камень. А его почему? Его везли откуда-то, потом дробили, тут перегружали сколько, потом привезли, да еще, может, половину не додали. Под разными видами там это. Люди на этом наживаются. А у нас выхода нет никакого. Мы поступаем честно. Сейчас он привозит, я должен выложить сразу 21, кажется, тысячу. Но я договорюсь на половину. Когда сделаете, вторую половину отдам. За подвоз и за то, что они уедут. Платформа, шофер. Это тоже все оплачивается. Горючие, они будут, наверное, скорчены братом. Совет ему родня какой-то. Шоферу. Ну, этому трактористу в прошлом году. Так, кто у нас мог бы готовить? Ничего больше нету. Если ничего нигде не будет, внезапно споткнете с готовкой, ну, тогда что, мы только остаемся. У нас сестры пока здесь. Мария и Марина. Остальные все уже разъехались. Ну вот и все. Прошлое воскресенье меня больше всех удивила сестра. Вообрази. Такую даль приходит и спрашивает, а где занятия сегодня? Почему занятия нет? Ах ты, милая моя. Представьте себе, вот где-то сказать, люди даже не поверят. В возрасте 90 лет ищет занятия где-то. А тут как раз, ну, крещение и прочее. Да ладно, я говорю, благодать Божия это. Вот так. Она не знала, о ком говорят, а теперь уже отмахивается. Не пристанет. Это нам пример остается. Главное воскресенье для нас – это занятие Словом Божьим, не считая литургии. Все. Нам ничего от вас не нужно. Нужно понимание в день, когда он сделает здесь на камень, все деревни, кто может, не может, выйти туда. И когда будем там, где прорва на втором мостике, там и женщины все подадут, потаскивать глину, солому и поливать водой, что делали. Сваями загородить с двух сторон. Там прорва. Там ничего нельзя сделать. Тоже размывает, там глубина где-то метров 5, наверное. Ну, ужасно какая. 5, не 5, 4 определенно. Ну и ширина где-то метров, наверное, 5. Он сделал где-то, а то начало рвать. Думаем, что мы поправимся нынче, потому что у нас много свай заготовлено. Смолить будем, забивать, сверлить. И потом соломой, сеном поднимать, саманить. Вот так. Все, поконим. Тут и сдача, все здесь. Понял, брат, спасибо. Две пары, двое кусачки, два кусачки. Да, да. Сейчас докажу.